Ежегодная церемония награждения премии «Тикетон Awards» прошла в Алматы. Одно из самых ярких и незабываемых событий в мире культуры, искусства, спорта, медиа и кинематографа состоялось в шестой раз. Премию «Тикетон Awards» вручили тем, кого выбрали казахстанцы. Подробнее в материале моей коллеги Карлыгаш Минаяковой. В этом году церемония награждения премии «Тикетон Awards» прошла особенно торжественно. Она началась с красной дорожки, по которой шагали актеры, люди большого спорта, искусства, культуры. Первой прошла команда, работавшая над эпическим фильмом «Досмукасан». Вышедшая в 2022 году картина покорила казахстанского зрителя. Особенно восторженная публика встретила участников легендарной группы Мурата Хусаинова и Досыма Сулеева. Я сам присутствовал на просмотрах фильма и видел, как молодежь стоя аплодировала. Даже на глазах слезы видел. Миссия ансамбля тоже высокая. А фильма тем более, потому что она будет вот это воспитание передавать из поколения в поколение. Фильм же это навечно. Лауреаты премии «Тикетон Awards» получили заслуженное признание за свой труд и достижения. В категории «Театр» балериной года стала ведущая солистка «Астана Опера» Шугла Дипхан. Я сама не знала об этом. Мне позвонили, сказали, что будут выдвигать мою кандидатуру. И как бы после этого вот так произошло, что я выиграла. В этом году народное голосование проводилось с 21 февраля по 7 марта. За это время было получено около 90 тысяч голосов. В этом году у нас самая масштабная премия. Было итого номинировано больше 330 человек. Из них мы выбрали самых лучших, соответственно, по одному победителю в каждой категории. 33 победителя. Церемония вручения премии завершилась гала-концертом, в котором выступили номинанты премии и приглашенные артисты. Карлыгаш Минаяков, Сержан Жумабаев, Хабар 24, Алматы.